Коин. Страшно, ведь тебя предупреждали. Сиди, не рыпайся, за тебя уже решили. Ой, да брось. Начинаю вещать, всем привет. Харьковский аэропорт. Я здесь впервые. Впервые буду сегодня летать. Я так понимаю, все, что осталось от старого здания красивого, и вот новый терминал. Буду оформляться на рейс и разбираться, что и как. Уже косо на меня смотрит с камерой. Так. Шановные пассажиры, вхи до терминала через центральную входную группу. Перепрошуємо за тимчасову незручність. Перепрошуємо за тимчасову незручність. В Європу із Харкова 6,5. Варшаву в обі сторони. Буду заходити, регістрируватися. На Стамбул 6, 7, 8. 7-8. Все, на регистрацию очередь. Общая на все три кассы. Я думаю, она будет продвигаться быстро. Я буду регистрироваться. Я видеть сны не разрешаю мои. Вольная нам одна была душа на двоих. Все, все пункты регистрации прошел, проверку на безопасность прошел. Я надеюсь, меня слышно будет. Теперь ждем разрешения на взлет и на перемещение самолета. Похожу по залу, посмотрю. Бутылочку джина мне заказали. Джин Гордон с литровой, 16 евро. Посмотрим в тех дьютиках, какие цены. Место для Полиня. С картинками леса. Smoking area. Уже идет задержка минут на 20. У меня полтора часа стыковка к следующим самолетам. Чтобы все прошло нормально и успеть. А то они не выступили на чемпионате Израиля. Все видно свысока, теплые дни, не утаив дыхания ни на волну, летят себе пускай в дальний мыми. Именами я видеть сны не разрешаю мои. Вольная нам одна была душа. Повторяю, и мотор ревет, что он нам несет.
пытаюсь пересесть. Уже минут на 30 я опоздал на второй самолет, но он еще не улетел, наверное. Там вот шумят. Саки-маки какие-то. Но я, по идее, успеваю, наверное. Кое-как разобрался, что на 306А на 3 этажа вниз перебежал. Будет чудо, если я успею. Что-то дядя на раз. Из-за ремня шумит. Люди на соседних летят. А у меня очередь, жду. Жду, наверное, автобус нас повезет сейчас к самолету. Ну, я думаю, я успел. Если мы в автобусе со всеми людьми, все в порядке. В автобусе солярой воняет. Заведем. Запах соляра, он международный. Все, летим дальше. Доброе утро. Вчера с самолетами мы задержались в Турции, долго не залетали. И в итоге я лег спать в 2.15, и сейчас 6.30, наверное, уже 6.40. В 7 утра нам уже ехать на соревнования. Вот такой вот райский уголок. Спорт и гири. Original Russian kettlebell. Буду включаться сегодня побольше. Я верю вам, не утаи дыхание, одни на фоне склоне летят себе пускай в 4 перевешенный городок. Не разрешай ему.
превратимся в пульсы переполним. Я верю вам, все видно свысока, теплыни и мир, не утаит дыхание. Да, они сами решают, когда поднять, когда опустить. Или просто когда к пешеходу подходит, они опускают. Я видеть сны не разрешаю мои. Там где-то 12, наверное. Вольная, нам одна была душа на двоих. И будет полдень, и превратимся в пульсы переполнен. Я верю вам, все видно свысока, теплыни и начнет бежать. Не утаит дыхание, одни на волну, летят себе пускай в дальний мы мир. И летаю я, видеть сны не разрешаю мои. Нельзя, да? Ты знаешь, почему я здесь? Больная. Это мега. Нам одна была душа на двоих. И будет полдень, и превратимся в пульс переполним. Я верю вам, все видно свысока, теплыни и мир. Просто заметил, что везде. И утаит дыхание не на волю, летят себе пускай в дальний мой мир. Шот сказал покупать шоколад. Я сухофрукты, да? И будет полдень, и превратимся в 29.90 300. Я верю вам, все видно свысока, теплые ими, не утаит дыхание ни на волю, летят себе пускай в дальний мой мир. Разрешаю мои. Больная, нам одна была душа на двоих. Банан. 7.90. И будет полдень, и превратим. Только взнос. Да. Общество член встает. Взвешивание еще не началось. Здесь будет, да? Народа назад нельзя. Выше, прикинуться. Родина, церковь. Прикинуться можно? Да. Как это заполнить, я не знаю. Пути народа, хлеб, молоко, колбаса. Пути народа,
какая-то медицинская страховка, что я несу за себя сам ответственность. I can... No. This is your name. This is your name. First name and family name. Ukraine. Okay. I write this name and date. Yes, here you need to sign. Роспись. Yes. Yes. Это номер паспорта, это есть возраст. Здесь возраст внизу, а здесь номер паспорта. Change. Родина,
Change. Acceleration pull, more! Ногами, ногами! Дышать, дышать побольше! Осталась капелька! Витамин мои! Витамин мои! Two minutes! Михаил! Ильич! Иуда! Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Gagan Eitan, 226 נקודות מוביל. Держи фиксации. Нотру от 5 секунд. Ровно идут. Очко в очко. Зародился гиревой спорт, и вот на чемпионат Израиля уже все вылилось. Зарождение гиревого спорта в Израиле произошло следующим образом.
любители гиревого спорта, спортсмены, в частности Бурштейн, мастер спорта СССР по гиревому спорту, приехал в Израиль в 91 году. Приехал Лисичкин, который занимался с Россией гиревым спортом. Ну и я приехал тоже так же. И получилось так, что мы встретились в 2013 году. Мне, собственно, они позвонили и сказали, что вот так, вот так, вот так. Вот мы хотим встретиться и начать что-то делать по федерации, что-то делать гиревой спорт. Я, честно сказать, сразу сказал, что, ребята, я не представляю, в Израиле гиревой спорт такого быть вообще не может. Ну, потому что это не серьезно. Поскольку они настаивали, мы встретились, посидели, поговорили, обрисовали какие-то, наметили планы. И провели в 2013 году первый чемпионат Израиля по гиревому спорту, хотя он был, конечно, по упрощенной программе, только рывок, без весовых категорий, без ничего. Вот. Занял, вырвал 200 раз, занял первое место. Вот тогда сколько было людей? Было людей, тоже это человек 60. Но это были, много людей было за счет кроссфита. Кроссфит зарождался тоже в Израиле, да. И гири, они как бы идут параллельно в кроссфите, и получилось так. Но, сделав выводы из того, мы начали работать больше в направлении в том, что спортсмены с кроссфита хорошо, надо готовить гиревиков своих. Конечно. Надо готовить людей, тренеров, надо готовить каких-то судей. Провели несколько семинаров судей. Провели в 2014 году два чемпионата Израиля. И уже более-менее это было похоже на соревнования. И в 2015 году мы вас уже огромной командой видели в Болгарии. В 2015 году мы провели уже свои соревнования отборочные и приехали на пробный, так сказать, проезд в Болгарии. Да. Где вроде бы так, выступая по категории любителей, довольно неплохо выступили. Конечно. Были у нас призеры чемпионата Европы. Два чемпиона Европы было. И по эстафете тоже неплохо выступили. Да. Ну вот это все дает стимул, потому что как бы если какая-то проводится определенная работа и люди ней занимаются, то она всегда растет. На сегодняшний день, если у нас тогда было в 2013 году один клуб, который культивировал чисто гиревой спорт, да. Сегодня уже 10 клубов, которые участвовали здесь на соревнованиях. Спортсмены более профессионально. По всему Израилю получается. Да. Ну и что, надеемся принять участие в чемпионате Европы в этом году. Пока не знаю еще в каком. Или в Польше, или в Португалии. И в Португалии. Мы еще не привязались ни к какой международной федерации. Хотя нам большую, если куда, я не знаю, куда пойдет этот материал. Но я хочу сказать. YouTube. Я хочу сказать, что большое спасибо за помощь. Ту, которую нам оказала Международная федерация гиревого спорта, которая, ну, как сказать, возглавляет Юрий Владимирович, да. Вот. А скажите еще, как вы думаете, что нужно делать, какие шаги, чтобы международный гиревой спорт в разных странах и, соответственно, Европа и мир были актуальны и востребованы для развития гиревого спорта в мире? Что нужно делать? Поменьше, мне кажется, вот этих вот таких вот, как бы сказать, поменьше вот эти вводить, вот эти какие-то ограничения, вот то, что туда можно ехать, сюда не можно ехать. Эти спортсмены поехали без разрешения, и их я там читал, что да. В настоящий момент вот, Денисова дисквалифицировали. Но вас это возмущает, да? То, что возмущает, я проходил это все. Я проходил это все в 80-х годах, когда мы организовывали федерацию, когда были точно такие же. Это все вот эти претензии людей, которые не спортсмены. Ну, вот ты действующий спортсмен, какая разница, куда ты поедешь? Кому стало плохо от того, что Денисов выступил это? Это просто функционеры, которые не поехали туда и говорят, а вот мы не поехали, так мы сделаем тебе так, что и ты не будешь выступать. А что вот это? Спорт выиграл? Что их дисквалифицировали? Кто Нет, вот конечно. Этого стало лучше? Только негатива. Ничего. Я знаю, что у нас были точно такие же разговоры и такие же распри были на Украине 84-85 год, пока была комиссия по гиревому спорту. Угу. Когда организовали свою федерацию, определили конкретно, четко.
каждый может выступать на соревнованиях, на тех, которые в календаре записаны в федерации. И все. Но другое дело, что там может быть сегодня, на сегодняшний день, настолько организовалось много людей, настолько людей, которые проводят. Ну и очень много соревнований, да. Вот я не знаю, вот сейчас могу сказать, что Артем, ты приехал в Израиль выступать на соревнования, федерация тебе дала разрешение? Могут, я не спрашивал разрешения. Да, вот плохо, а сейчас тебя дисквалифицируют, когда вернешься домой. И все, и скажут, поехал в Израиль, и потерял все. Поэтому я думаю, что надо больше давать, развивать вид. А развивать вид, это значит больше соревнований, больше на хорошем организационном уровне. На то, чтобы и люди, которые приходят смотреть, видели, что этот спорт действительно хороший, полезный, без травм, зрительный. Ведь действительно зритель, болельщики действительно переживают. Да. Ну, сегодня шумно было. Да, и все. Ну, шуметь можно и просто. В Израиле всегда шумно. Это не проект. Где три израильтянина, это уже, у нас говорят, что уже это парламент, когда три человека собираются. Ну, дело все в том, что вот такие я вижу пути. Понял. И вполне нормально, если все это ввести в хорошие, красивые рамки проведения соревнований. У высокий уровень организации, я вижу его вполне олимпийским видом. Ну, он дай ничем Бог, не хуже фехтования, который олимпийский вид, и много там разных видов, которые менее зрелищны, чем этот вид спорта. Да. Хорошо, спасибо большое. Это общий план. Спасибо. С удовольствием, поскольку я сам с Украины и всегда в душе где-то есть отношение к Украине теплое. Спасибо и хорошее. Спасибо вам. Я верю вам, все видно свысока, теплыни и ими, не утаит дыхание ни на волю, летят себе пускай в дальний мыль. Разрешаю мои вольная, нам одна была душа на двоих. И будет полдень, и превратимся в пульсы переполним. Я верю вам, все видно свысока, теплыми ими. Первая фаза, вот даже смотри, можешь немножко вверх голову. Принял? Подожди, стоп, не уходи вниз. Коснулся трицепсом, вот прям вот наметил движение, почувствовал упор трицепса в туловище. И только потом уходим. Теперь еще раз выноси. Еще раз коснулся. Вот, и на носочках мы стоим. И ты, если правая рука, ты по диагонали немножко в сторону, вот сюда. А кисть в это время расслаблена. Вот рука опустилась, рука вот расслабленная. И ушел дальше. Вот даже с пустой рукой ты зажимаешься. Да. Скованный. Ты смотри, давай вот. Ты сейчас делаешь, представляешь, ощущаешь, как будто у тебя камень, огромный камень вверху. Ты просто от камня уходишь, у тебя тяжесть в руке остается, да? Отвел, вот медленно давай, отвел в сторону, вышел на носки, принял, снял нагрузку с руки, и камень уже легче стал. И уходишь вниз, в замах, подрыв. Сейчас стань полностью фикса, полная стопа стал, спокойно. Отклоняешься одновременно, касаешься трицепсом туловища, уходишь. Вот, хорошо, уже лучше. И каждый раз дополнительным махом. Не так акцентированно, вот спокойно и далеко, не стесняйся, отклоняйся, сейчас слабо. И опять у тебя большой палец выключен, висит, ага. замочек выключенная рука. 24-ка так уже не даст тебе делать, отвыкай. Пальцы не зажаты вверху, расслаблена рука. Уйди чуть дальше с 16-ка, ничего страшного, нам сейчас темп не гонимся. Полную амплитуду делай.
пальцы, вверху кисть. Каждый раз в руках все, рука уже в расслаблении. Нет, сейчас не то. Стоял, принял, ушел. Руку раскрывай, вот, а дальше уходишь. Уходи дальше, чуть больше вниз. Ага. Так ты ее швыряешь. Вот, сейчас правильно. А теперь вспоминаю о сбросе. Нет, швырнул. Правильно. Не то. Получается чуть-чуть вправо, в диагональ сброс. Сейчас ты сделал вот так вот, а потом ровно она ушла. Сейчас мы твой успех запечатлим. Расслабься, больше расслабься. Вот. И вторая рука помогает подрывать. И ноги, и спина, все работает. А сам расслаблен. Подрыв сделал, расслабился. Больше отклоняйся еще, чуть-чуть больше. Начинаешь халтурить, понял? И начинаешь халтурить. Отлично. Запоминай, запоминай ощущения. Все, ставь сейчас на левой. Попробуем. Ну как? Да. Лучше. Thank you.
высока, теплыни и не утаит дыхание ни на волну. Летят себе пускай в дальний мой мир. Именно нами я видит сны, не разрешаю мои. Вольная нам одна была душа на двоих. И будет полдень, и превратимся в пуль. С высока теплыни ими не утаит дыхание ни на волну. Летят себе пускай в дальний мой мир. Именами я видеть сны не разрешаю мои. Вольная нам одна была душа на двоих. Обратимся в пульсы, переполним любовью вены улицей, дождями ночь, лей раздольная. Я не помню небо, мне не больно я. Видеть сны не разрешаю мои. Больная нам одна была душа на двоих. Я знаю теперь адрес, куда мне направляться.
я нахожусь вот здесь, а мне нужен Хайаркон 145. Вот я пройду минут 10 по набережной, подышу средиземноморским воздухом, встречусь с друзьями и пойдем гулять в старый город, набить фотографии, посмотреть вообще, что и как. Тель-Авив, красота, лето, гиревой спорт в лицах, смотрите нас. Иду, вот пробираюсь через чащу пальм. И не знаю, можно ли ходить здесь по газону. Или нельзя. Пока меня никто не останавливает. А вот такая Flowers Clumps. Наподобие из таких цветочков мы в детстве пили мед. Или нектар. Перебегу дорогу. Hi. 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 У меня акцент хай, а там хай. А, деревья. Вот ветер хороший сегодня, серфингистов очень много. На волнах. С парашютиками. А я ищу улицу Хайаркон 145. 145 по-русски. Иду! Ветер шумит, выключаю. Ой, какой воздух! Ай, море! Аж чувство, как йод добавляет мне с каждым вдохом плюс к одному результату в длинном цикле. Ай, 67. 68. 73. Ай, красота! Красный свет, проезда нет. Ёлки и иголки! Какой у меня тротуар широкий. Миша, пойди там, я пошел здесь. И тут лежал. Нашел. Опа. Вот он мой адрес. Хайаркон 145. Там он волейбольчик играет, волны, лодочки, строечка, все как в Израиле. На пробежке он дядя. Клево. А я жду. Жду. Интересно глянуть. Цены. Меню я не вижу. Ну да ладно. Я видеть сны не разрешаю моим. Вольная нам одна была душа на двоих. Такие улочки небольшие, тесненькие, с кафешками. Такой колорит, колорит.
национальный завтрак шакшука. Даже на стене. And here. Oh. Hi. Nice picture. Ого. Sidewalk. Oh. Шакшука. Я верю вам, все видно свысока, теплы не видно, не утаит дыхание, ни на фоне. Мы идем. Летят себе пускай в дальний мой мир, именно нами. Сводка, абсолют водка. Разрешаю мои больная, нам одна была душа на двоих. И будет полдень, и превратимся в пульс и переполним любовью вены улиц и дождями ночь. Лей раздольная, я не помню небо, мне не больно я. Видеть сны не разрешаю мои. Больная, нам одна была душа на двоих. И кто-нибудь, пускай мечтая, мчит по мокрым спинам. Видеть сны не разрешаю мои. Вольная, нам одна была душа на двоих. Я видеть сны не разрешаю мои. Мур-мур-мур-мур-мур. Sit when we want. Бизнес-центр Тель-Авив. Я верю вам, все видно свысока, теплы не ими, не утаит. Они на фоне летят себе, пускай в дальний мой мир. Я видеть сны не разрешаю мои. Больная,
душа на двоих. И будет полдень, и превратимся в пульс, и переполним любовью вены улиц, и дождями ночь лей раздольная. Я не помню неба, мне не больно я. В этом аппаратике все понятно. Слово «тикет» знакомо, остальное не очень. Купил я вот такой билет, назвал English to pushes and выбрал лот полный. И вот 11 шекелей я купил такой билет. Направляюсь в город Лот. Теперь бы понять, как здесь сделать. Ага. Для особо догадливых называется. Help me, please. How use tickets? Thank you. Чувствую, я не уеду. Горит красным светом почему-то. Вот так вот. О. О. Для особо догадливых, конечно. Ух ты! Заходишь на вокзал, а здесь вот такие витки. Ну нарисовано же, как стрелочками засовывать. Зачем я засовываю так? Вот баран. Ай. Век живи, век учись, называется. Так, теперь мне нужна платформа 2. Platforms number 2. Platforms number 2. Не platforms number 2. Platforms number 2. Platforms. I'm running. Speak English. Так. Lot. Platform 2. This ticket's platform 2 or to lot, city lot, yes? Oh, okay. Thank you. Все, спустился на платформу, чуть у меня камеру не отобрали, нельзя снимать. И вон в стороне девушки едут в увольнение с автоматами. М16 на перевесе. Это Израиль. Как нельзя повторить те дни, о которых ты скажешь, самые счастливые дни мои. Самые счастливые дни. Самые счастливые дни. Вы тоже отвечаете? Я тоже фотограф, так. Поэтому нормально. Я буду вам переводить, потому что вы хорошо меня особо понимаете. Да. Сели вы в Эстонбург? Ашалом. Ашалом, по-моему. Сюда едете? Лот. Так точно. А вы как вы представитесь? Как вас? Меня зовут Алик. Алик? Да. И кто вы? Я. Ну, что там написано? Там написано, что я работник, я не сразу так дурак. Чего работник? Министерство транспорта.
Министерство железнодорожник. Ну, это тут семафор, да. Понял. А бывает и автобусы, да. Троллейбусов нет, уже, наверное, не знаю. Троллейбусов? Нет. Что такое? А, троллейбус. Да, да, понял. Есть такой трамвай. Трамвай, да. В Иерусалиме сейчас тоже троллейбус. Что, вернемся к нашим баранам. Давайте. Можно пофотографировать пока? Давайте. Давайте. Ну, тут, ну, вы же выставите, мы сумеете, правда? Смотрите, да? я еще и как бы актер, поэтому... Актер? Рекламе, да. Сергей Долина, тебе привет. Это мой друг из Украины, актер. Твой коллега. Кто? Едете куда? Еду ваша... проводить открытую тренировку для спортсменов Израиля. Бекур. Как? Бекур, значит. Что такое бекур? Визит. А. Не, там фикс. Нету зума, только фикс полтинник. Да, вижу. 51,8, да? Да. Сколько вы по времени видите? Раз в месяц, в неделю? Да я в первой жизни в Израиле какой. Да, раз в месяц, раз в неделю. Вы же не последний. Ну да. Надеюсь. Вы идти много будет. Как доехали до автобуса? До вокзала? Пешком пришел. От моря. Хорошо. Не купались еще? Old City. Нет, еще нет. Сколько сейчас? Заплатили вот как? Все обладают. Автомат стоял на непонятном языке. В одну сторону, да? Ну да. One way. One way tickets. One way tickets. Песня такая есть. Конечно. Приведен еще по-русски даже есть. Вам сколько лет? 31. Хорошо, что я мне не делали опрос. Что? Хорошо, что мне у вас не бы это не спросили. Я бы тоже надеюсь. У нас здесь коллега-фотограф тоже сидит. Надо сказать, что два. Захар, значит, мужчина. Так акцент сам только сделать меньше. Я все могу, но я не помню. Кого меньше? Я фрагму. Да, фрагму. А джойстик в середине нажимаете, там где F влево крутите. Или ставьте на автомат и все сделаете. Не-не, это же автомат просто горе ставит на автомат. Ну давайте дальше. Так. Вы студент? Я спортсмен. Спортсмен. Спортсмен этого нет, напишем. Турист. Да, можно и так. Нет, ты поставь на 1,8. 5,6 немного. А, да, ну конечно. У меня пятерка просто. Я не помню, как это. Какой спорт? Кэтл булдифтинг. Гиревой спорт. Что, ругался? Это что делать? Это... Сейчас я вам покажу. Нет, не надо. Не надо. Не-не-не, я имею в виду. Покажу на фотографии, вы поймете. Понял. Я думаю, она в собственной шкуре. Сейчас я вам покажу. Окна открываются, проход тут хотя бы. Проходной, болевой дышаю. Все, да, мы закончили. Нет еще, да? Только начали. Так, и ваша оценка, ну, как бы, относительно не... Серьезно? Нет, нормально. От 1 до 5. Ваше, как бы, отношение к поездам в Израиле. Я понял, что это первый поезд. Да, да. Ну, на входе в вокзал чуть камеру не отобрали, поэтому четвертую. Да, да. Ну, нельзя было снимать, оказывается. Да, понятно. Я первый раз слышал. Когда был в Америке, нельзя было снимать детей. Это как раз было в Думе, которые упали. Близнецы. Да. Да, 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 я понял. 11. Нельзя было там снимать детей. А знаете, когда день независимости США? Ну, 4 июля. Да. Ну, хорошо, история, знаю. Я вас опрос. Когда вы выборы знаете? Выборы? Да. Скоро уже. 8 число, как вы знаете? Не знаю. Я тоже. Значит, через полгода. Да. Хотел Дональд Трамп. Next president United States of America. Все говорят, посмотрим. И вовремя вышел поезд. А я разговаривал с солдатом, девушка, не знаю. Мы залялякались. Я ей тоже показывал, что это гирвой спорт. Чистота в поезде более-менее. Мы сразу подошли. От 1 до 5. Ну, вон, 5. Понятно. 1. Да. Вы говорите, в России тоже не так уж.
раз похуже поеду до города. Ну, но да. Я в Украине. У меня 20 раз Украина, они сейчас вернулись обратно. Из Донецка убежала с военной действия. Сейчас не в Киев приехали. Ну, я с Харьковской области, рядом с Донецком. Оля, откуда? Отсюда. Отсюда? Коренная? Да. Да? Вы в русской школе училась? Нет. В смысле коренная? Я жила в Одессе. Жила в Одессе? Да. А, ну переехала же. 16 с половиной. А потом меня взяли за шкирку, как я тебя сегодня. Да. И привезли меня сюда. И ты стала фотографом здесь? Я стала здесь дизайнером. Дизайнером. А в чем ты монтажируешь? Примером. Примером. Чистым. Я в пенагле. Ты сейчас ругался? Да, ругался. Смотри, поругался. О, мне звонят. Выругался? Это же мой телефон. Я подержу твою игрушку. Алло. Какая штука. Не-не-не, я в лоде. На турникетах выхожу сейчас. На турнике. Я вышел уже в лоде. Со всех ракурсов. Ракурсы. Так вы мне сказали в лоду. Подожди. Тебе не в лод? Мне надо было на третьей остановке выходить. Это лод. Один секрет, ты мне дорог. А как ты находишь свадебных клиентов себе на свадьбе? Они меня сами находят, не знаю как. Я думаю, зачем? Но ты имеешь сайт? Зачем они это делают? Нет, не имею. В Фейсбуке просто рекламируешь. Друзья, друзья, да. Сарафан. Рубашка, да? Сарафан. Сарафанное радио, да. Рубашка радио. И сколько свадеб в сезон в среднем получается? Знаешь, я в основном делаю это смешно. Я могу быть как фотограф, который снимает стильс. Помню, как ты снимаешь стильс. Угу. А могу быть как вас видео. Видео. Ну, клип потом делаешь, да? Такой? Да. А стикс это что такое? Репортаж? Стикс это то, что делаешь ты. Это... Стикс, просто стикс снимки просто. Да. Стикс. Понял. Хорошо. Спортом занимаешься? Да. Да? Уже нет. Уже нет. Я раньше занималась легкоатлетикой. Марафоны бегала. Стримку, которая на короткой дистанции. Угу. Направо. Направо. Так я и правда не туда приехал, да? Понимаешь, да, он должен тебя сказать, был точно, где тебе нужно выйти. Мы видео завершим. Оля, рад был познакомиться, спасибо. Добрался. Заходим в зал. Я с видео. I'm here. Здрасте. Здрасте. Вчера видались, да? Здрасте. Да, взаимно. Ваш храм спорта, да? Да. Да. Наш храм спорта в нашем не столь многочисленном народе, как бы населенном месте. Есть такая качалочка здесь. Грушничка. Красота. Двигаемся потихоньку к Мертвому морю. Метр за метром. Мы на пути к Мертвому морю. Пытаемся успеть доехать, окунуться, сфотографироваться и обратно к 6 вечера попасть к началу семинара. Могут быть пробки, можем попасть и будет нехорошо. Опоздать будет нехорошо. Вчера мы на поезде я с Тель-Авива, погуляли в Тель-Авиве с Касей и Оликом по старому городу, по набережной. Потом я поехал на поезде, на электричке, на поезде где-то там в район Лода. Мы потренировались с тремя спортсменами в тамошнем зале с Вениамином. Сегодня мы будем в городе Ариэль. Тоже где-то 6-8 человек, группа, семинар. 2-3 часовый, может быть больше, если будет время позволять.
И завтра, Птехтаква, какой-то так, как-то так звучит городок, там еще тоже будет, скорее всего, тренировка с тамошними местными гиревиками. Ну вот, а сейчас жду, ждем, по пути мы делаем еще работу и летим к Мертвому морю. Мертвому морю. Где Амина?
Красного моря. Сейчас буду купаться. Если ты перед вас. Перепад высоты порядочный. Мы ехали к пляжу, а его полностью перекрыли и огородили забором. О, там люди даже есть. И у нас получился форс-мажор. Поэтому я бегу от трассы. Бац. Сейчас посмотрим, что получится. Всего этого. Как мне сказали, змей здесь уже нету, но скорпионы должны быть. Нужно. Нужен глаз да глаз. Ай, красота. Красотища. Солечка. Все, начинаем раздевание. Славик, я камеру не утоплю, обещаю. Да, водичка такая, масло. Тони! Не тону. Интересно. О! Ой. А вода теплая. Хоть и весна. Ни в коем случае нельзя нырять, меня проинструктировали. Особенно с открытыми глазами и так далее. Вот это я лизнул себя. Ой-ой-ой, как это соленое и горько. Здесь реально глотнешь. И хана, наверное. И непривычно по соли наступать босиком. Порежет ногу, не порежет, непонятно. О, какая-то букашка. Класс, ощущение бомба. Ну и вот такой вот валяется и на мертвом море. Где нам найти такое дерево, чтобы не плутать в жизни? Такое дерево есть. Это наша большая цель. Но она должна быть действительно большой, как это дерево, а значит лежать за пределами жизни.
Большая цель – это цель, к которой можно прийти, но только после смерти. Маленькой цели можно достичь и при жизни. Большая цель помогает увидеть свой путь. Мы его узнаем. Да вот же он, как это я не сообразил. Мы его узнаем сразу, если есть большая цель. Человек большой цели знает свой путь. Человек, не имеющий большой цели, не знает своего пути. Это не путевый человек. Ведь он ставит только цели, достижимые при жизни. Страшно, ведь тебя предупреждали. Сиди, не рыпайся, за тебя уже решили. Ой, да брось, они таких через бедро кидали. Ушатали, угомонили. Страшно, ведь тебя предупреждали. Сиди, не рыпайся, за тебя уже решили. Ой, да брось, они таких через бедро кидали. Ушатали, угомонили.